В рамках открытия полигона профессий смену посетила делегация Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромет. После традиционного посвящения в сменовцы гости ознакомились с работой метеорологического комплекса, который позволяет прогнозировать погоду, а также с выставкой Российского государственного музея Арктики и Антарктики под названием «Здесь одни пингвины раньше жили». Еще одним открытием дня стала станция приема спутниковой метеорологической информации «Лентикулярис», лабораторный химический анализ, деревообработка, прототип. Специалисты Центра профессий «Парк будущего» провели для гостей экскурсию по павильонам Центра профессий. Заместитель директора ВДЦ «Смена» Алексей Резник и заместитель руководителя Росгидромета Наталья Радькова приняли участие в торжественном открытии компетенций. Военные, прежде чем взлететь на самолете, выйти в море, они смотрят прогноз погоды, если говорить простыми словами, да? Наши строители смотрят на погоду. Мы спасаем жизни, если вовремя прогнозируем изменения и ухудшения погоды. И мы всему этому будем здесь с вами учиться и учить наших детей. По словам Натальи Радьковой, открытие новых павильонов определит будущий выбор профессии у участников компетенций. Безусловно, мы рассчитываем в первую очередь на то, что дети, у них повысится интерес к нашей службе, у них повысится интерес к тем научным исследованиям, которые проводятся в области гидрометеорологии. И, конечно, мы рассчитываем на то, чтобы в дальнейшем при выборе профессии они вспомнили о тех знаниях и навыках, которые они получили здесь. Исполняющий обязанности директора Всероссийского детского центра «Смена» Хамзат Дурдиев подписал соглашение о сотрудничестве с заместителем руководителя Росгидромета Натальей Радьковой и ректором Российского государственного гидрометеорологического университета Валерием Михеевым. Прежде всего, я хотел бы видеть будущих выпускников «Смены» в стенах нашего университета. Я считаю, на самом деле, это золотые кадры для науки и образования. То, что я увидел по оснащению, по тому, как дети занимаются, они занимаются с душой, с интересом, на самом деле очень красиво. Просто о сложном. На открытом уроке по цифровой метеорологии участники 4-й летней смены узнали основные понятия метеорологии и собрали цифровую метеостанцию на базе микроконтролера. Определиться с выбором будущей профессии и освоить новые компетенции. Смена – площадка для профориентации.